зовут Евгений. Меня Виктория. Вы на канале Вселенная Beautiful World. Это проект «География России». И сегодня выходной день мы проведем в парке Лага. Ландшафтный парк Лага можно смело назвать лучшим парком не только Ростовской области, но и на всей территории России. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады, множество уютных мест отдыха, более сотни уютных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена. Над оформлением парка трудится огромное количество людей. Каждый элемент создан вручную. Для этого созданы столярные и кузнечные мастерские, древообрабатывающий цех, а также мастерская художественной росписи и изготовление витражей. Отправляясь на юг, на море, на автомобиле в семейное путешествие, из Москвы или Санкт-Петербурга часто задаешься вопросом, где остановиться на отдых по пути. Откройте для себя город Каменск-Шахтинский в Ростовской области на полпути к морю. Про историю достопримечательностей можно посмотреть на нашем канале. Ссылочка вот здесь. Тихое место, в нескольких километрах от трассы М4 Дон. Здесь сказочный, удивительный ландшафтный парк Лага. Парк мирового уровня, в ростовской глубинке, где дети точно не будут скучать. Территория парка огромна, понадобится не менее 4 часов, чтобы обойти его весь, особенно тем, кто здесь впервые. Поэтому при посещении парка выбирайте удобную обувь. Парк поделен на несколько тематических зон. Здесь вотчина богатырей и гостей встречает гигантская голова Святогора. Тут же зона фастфуда, эдакий Макдональдс с русским акцентом и исконно русскими блюдами. За спиной Святогора, точнее за его затылком, возвышается храм, колокола на звоннице которого наполняют воздух красивыми переливами. Кстати, храм расположен на самой высокой точке. К нему ведут несколько десятков ступеней, и вид со смотровой площадки открывается потрясающий. А здесь царство Бабы-Яги и Кощея.
Лесная нечисть, домовые, лешие устроились уютно на деревьях, скамейках и клумбах. Есть даже домик главной героини русских сказок Бабы-Яги. Вот он. С деревянной водяной мельницей плавают гигантские золотые карпы и прочие золотые рыбки. Их можно покормить, чем приученные обитатели пруда бессовестно пользуются. Правда, кормить их можно только специальной едой. Автомат, выдающий порцию рыбьего лакомства за 10 рублей, стоит рядом. А в долине кривых зеркал посетители смеются над собственными пикантными формами. Настроение поднимает еще при входе в долину зеркал надпись «Зеркало не виновато, что рожа кривовата». Детские площадки, новая зона аттракционов, невероятные поляны с ландшафтным дизайном и необычными фигурами. Всего и не перечислить. Здесь есть и зона для барбекю. Любой желающий сможет приехать и устроить пикник. Деревянные столы, скамьи, мангалы. Словом, все для удобства людей. Отдельного внимания заслуживает зоопарк парка Лага. С каждым годом он становится все больше. Не только в плане занимаемой территории, но и по количеству и видам животных. В теплый сезон вся живность обитает в летних вольерах, а на зиму зверинец переводят в теплые помещения. Правда, есть за парком и проблемы. Администрация постоянно просит посетителей не кормить животных. Из-за вредной еды его питомцы могут погибнуть. Но люди продолжают настырно предлагать животным то конфеты, то чипсы и прочую вредную для животного пищу. И последнее, но самое главное чудо парка Лага – он абсолютно бесплатный для посетителей. Здесь не берут денег ни за вход, ни за пользование зоной барбекю, ни за посещение зоопарка. Парк Лага – это социальный проект, который не только дарит радость людям, но еще и обеспечивает работой несколько сотен человек. О парке можно писать и говорить бесконечно. Парк восхищает своим размахом и красотой. Когда попадете в это место, вы забудете, где находитесь, так как это сказка для детей и взрослых. Чтобы понять всю красоту и волшебство парка Лага, его нужно увидеть своими глазами. Thank you.
Каждое посещение парка Лага дарит незабываемые впечатления. Так и хочется сюда пригласить на экскурсию мэра города, либо главу сельской администрации, чтобы они увидели, как нужно оформлять общественно полезное пространство. Возможно, у нас в городе бы тоже что-то изменилось. Надеюсь, вам с нами было интересно и у вас возникло непреодолимое желание посетить это удивительное и сказочное место. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а мы отправляемся на поиски новых интересных мест. Всем пока! До новых встреч!